Так, а мы продолжаем. Так, сейчас вроде нормально, да? Так, значит, мне надо что-то купить, получается. А на каком сайте, интересно? Так, у нас вот ПК World, Amazing, блять. Так, ну это одежда нам зачем? Надо игры, блять, там развиваться, да? А все консоль, не, консоль нахуй. Надо напокачивать. Amazing, блять. Amazon. Так, какой год, блять, я же не знаю. А, январь. Вот так смотреть, да? А сейчас январь 4-й. Нам надо покупать вот это давай. Лига гигантов. Охуеть. Ну еще не покупил, а? Ну больше не будем тратить, а то что? Моя мечта обязана осуществиться. Но мы все сделаем, Дека. Успокойся. Надеюсь. Так, где мои игры? Они здесь? А прайс-то? Нет, все, хватит. Покупай, Дека. Вообще ничего. Так, это можно продать. Блять, а рейтинг, блять, 4, а тут, блять, где? Где новая игра, она еще не пришла, что ли, вообще? Я не понимаю. Лучше. А, во, посылочка, блять, отлично. Ну, сразу видно, охуенная игра, наверное. Сейчас рейтинг посмотрим. А, смотрите, популярность, блять, то, что надо, смотрите. Так, значит, у нас все то же самое, низкое, да, да. Значит, гиганты покоряют мир, или как это называется. Ну, я думаю, нормально, нормально. И его писать не знаю. Я думаю, должно зайти. Сколько у меня подписчиков-то? Что-то нигде ничего нет. А, вот это, да, еще? Так, убийственный взгляд, давай совет. Скажи чем-то о своей жизни, там, рассказывай эту историю, блядь, ебанутый. Техническое замечание. Сержант, блядь, ну ты чё, не. Давай вот это, блядь, похуй. Записи. Ты чё, время, нахуй? Чё-то ты мало записал, блядь, чё за хуйня? О. Ого! Плюс 74 сразу, охуеть. Мягкий фокус, да, массирую, блядь, своими пальцами, сука. Так, правка света, но мы ничего поправлять не будем, мы уже такие, какие есть, так что ничего не поделаешь. А какое название-то, блядь? Типа то, что я написал или что? Да, хочу. Рекорд, 11. Так, а подписчики-то, вот это да? Это они что? Подписчиков 74 просмотр. Не, ну нормально, блядь, за два видео-то, это чё? Блядь, если честно, охуел. О, задание выполнено. Назад в школу, блядь. Да, надо учиться покорять все вершины, блядь, мастерства. А это чё за сундук или чё это? Так, всё, его крутим, да? Счастье! А, то есть заебись я, да? Потому что тебя смотрят, тут ещё загружается что-то. Так, я охуел с первого видео, я выложил, а там уже, блядь, нахуй, столько лайков, что-то комментарии пишут, это просто пиздец, я не знаю, как так. Так что спасибо вам большое, поэтому я думаю, надо сразу клепать новый ролик, блядь, что-то записывать, нахуй. Но я записываю всякую хуйню, поэтому не удивляйтесь. Эта игра, ну, более-менее современная по сравнению с Амнезией, поэтому, блядь, ну и нахуй. Комментарии. Нету комментариев. А. Нихуя 10 лайков. Батя. Ладно, в школу учиться надо. А я, блядь, кстати, не жрал ничего, я так вообще, блядь, дрещом полный сам. Так, сейчас придем, охуеем. А, я жрать и не хочу, смотрите. Мне не надо жрать еще. Когда вот здесь где-нибудь будет, тогда надо. Или там жаловаться чуть-чуть. Так, надо поспать, чтобы новые идеи у тебя копились. Так, мамка что-то. Не трогай меня, блядь, дай поспать, заебало, сука, со своими уроками. Я, блядь, видео снимаю вообще-то, блядь. Я хочу стать популярным, зарабатывать больше. А. Ну тогда спасибо, блядь. А. То есть все хорошо, да?
выбрал. А. У меня денег пока что хватает. Сколько? А, вот. $65 или баксов. Ну, блять, хуй знает. Ну, долларов, во. Так, ну наш очкарик продолжает. Надо еще надо заснять или что? Что там видео-то? Я продвигать не могу ничего. Ладно, давайте еще заснем тогда. Мы должны набрать хотя бы 1000 подписчиков за вот эту серию, блядь. А то иначе это как? Высокая популярность, надо быстро снимать, блядь, давай. Собрался, блядь, с мыслями, ну. И заснял нормальный видос. Не, это хуйня название. Ну что ты пишешь-то? Гиганты в мире, блядь, живут. Охуенное название, я считаю. Так, ты же хочешь стать популярным, известным, блядь, самым крутым. Так, убийственный взгляд ни разу не использовал, надо использовать. Это рожа, блядь, ну охуеть, блядь, сержант. Давай, сержант. Три. Ну, блядь, нихуя он ролики записывал, не бы так записывать по-быстрому. За пиздец. Так, тут у нас немного не сходится, да, в дырочке. Ну, ладно, ничего страшного. Вот мягкий фокус, это типа на его роже, что мягкий фокус, что, блядь, чё? Кто-то трогал его там, я не понимаю, блядь. Вот правка цвета, вот это чё это? Это типа колорит там, как фильтры, да? Ну ладно, давай. Может понравится всем там, качество заебись, да? Качество видео, о, новый уровень. Давай. Поздравляем, вы теперь второго уровня. Можно открыть больше лампочек. Каких, блядь, идей, что ли, еще? Навыков, товаров в магазине. Вот это карты. Это коллекция. А, очки харизмы 285. Ну, нормально, блядь. Сколько максимум, интересно. Из уст в уста рассказывайте о видео друзьям, чтобы сделать его более популярным. Да друзья тебя, блядь, не будут смотреть, нахуй ты кому нужен, блядь. Блядь, смотрите, он радуется, нахуй, что-то прыгает, блядь. Так у тебя, блядь, нихуя себе 300. Да, ну вы понимаете, да, о чем я. Ну ладно. Достаньте новую видеоигру. Новая консоль. Да, блядь, это хуйня какая-то. Сейчас уже PS5 скоро выйдет, а вы мне показываете, блядь, мелкую хуйню. Нафига это покупать? Когда PS5-то? Я уличный продавец игр, и у меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Одна отличная игра за разумную, блядь, разумную цену в $40. Да ты, блядь, мошенник, нахуй, аферист какой-то, что нет, блядь. А, то есть мне дали деньги за то, что я, блядь, не повелся на обман, да? Бля, ты какой веселый. Поступил правильно. Блядь, ну ладно. Так, надо что-нибудь купить уже. А, кстати, учеба-то чё? Да похуй на учебу, я хочу стать популярным, блядь. А то как вообще? Так, бля, что-то новых-то игр нет уже какой. Блядь, ну чё за солнце? Вроде 9 января я вижу, да? Фу, о, Half-Life, блядь, это что такое, блядь? Забыли букву что написать, ну, блядь, засавку вообще нет такой. Да. Все, я выполнил. Смотрите, как я играю. И как ты играешь, блядь, я не вижу. Ой, ебанутый. Так, чё у меня там? А, энергия, надо пожрать. Блядь, о, доставка. Ладно, сейчас подожди, надо накормить себе, поесть. Чё, смотри, блядь, да у нас всё заебись идёт, только чё-то пока что подписчики не прибавляются больше. Ну, 1000 просмотров, это нормально, я скажу вам. Мы, наверное, станем всё-таки популярными когда-нибудь. Если вот это видео, да, зайдет, вам понравится, тогда я сниму еще. Мы будем, блядь, до конца, я не знаю, тут можно сдохнуть, нет? Как тут вообще, какой конец может быть? Типа,
ставлю ты популярным настолько, что, блядь, все покупаешь, или, блядь, сдохнешь в нищете, или как, или мама тебя отпиздит просто то, что ты, сука, ебанутый дебил, ничего не делаешь, просто, блядь, какую-то хуйню снимаешь, я пожал, да? Блядь, ну, блядь, сука, дождь пошел на улицу, ну, за как вообще? Поэтому я стараюсь, блядь, повеселиться, сыграть в такую ебанутую игру, но... Я считаю, что она может что-то рассказать, какой-то секрет, чтобы все-таки стать популярным хоть когда-нибудь, да? Поэтому мы играем в это. Так, школьная жизнь, 20-й день. Получайте за тесты оценки ниже тройки, блядь. Так ты только тесты выполняешь, ты нихуя не учишь, как ты, блядь, ты списываешь еще. Я так не умею, блядь. Я, сука, если не учу, я, блядь, напишу на 2 просто. Как он так делает-то, блядь? Ну реально гений. Не зря я выбрал, да? Поэтому у него вообще оценки должны быть заебись. Тут не о чем беспокоиться, мамки. Ну а то, что видео снимает, ну, блядь, ну ладно. Типа, почему бы нет? По играм, блядь. Так, у меня $25. Мне на что не хватит? Клавиатура, да нахуй обычную клавиатуру, да все, хватит, нормально. Больше не надо ничего. Мыши нахуй надо. Вот микрофон бы, мне тоже микрофон, блядь, но у меня, блядь, денег нет, нищеброды. Ладно. Так, что там видео? Ага. То есть подписчики не идут, да, пока что? 50-й, блядь, рейтинг, не понял. База... Ёп! У вас 500, ебать, нифига себе, блядь. Выложу что-то 3 видео, это за мои, из-за моих названий, да, получается? Или мне просто везет, блядь. Я всякую хуйню пишу, поэтому и заходит. Так, надо поработать чуть-чуть. Мыть машины. Поработать в саду. Не, ну давай мыть машины. Я тоже пошел мыть машины лучше, да? Потому что я считаю, это самая адекватная работа, блядь. Да я плачу. Ну, 4 часа только что. Так, а где моя мама-то? Я что-то не понял. Она где ходит-то вообще? Она что, призрак или что? Я не вижу. Куда она исчезает? Или это моя квартира, блядь? Хотя как я мог иметь уже свою квартиру, когда я, блядь, школьник? Это невозможно. Или что, я где вообще учусь? Я в школе, да, да, я в школе. Так, он сам пошел, лег спать, и так, блядь, кто такой, нахуй, ты чё, пидорас, блядь? Сможешь на меня, пока я сплю? То есть меня трахнешь, блядь? Чё? Поговорить. Привет, долбоё, блядь. Нормально, да? Не зря я написал. Видео того, как игра, но не знаю, как его записать и отредактировать. А, ты, блядь, сучи потров, блядь, хер, блядь. Ну, за сколько денег-то? Где цена? Ну, я только хорошо могу чувствовать. Поручение, геймплей. Ну, давай мне игру. Где игра-то? Блядь. Записываю, кстати, через Фрапс, вроде нормально, да, самая проверенная, блядь, программа, стабильная, вроде, мне нравится. Я считаю, лучше с Фрапса записывать, чем с чего-то еще. Бля, что ты мне за хуйню дал, это мое, да, игра, это его, блядь. Ну ладно, его видео, так что не похуй, ему же надо заснять, да? Типа, я не понимаю. Я должен заснять за него видео, где я, блядь, ну я сам снимаю, он сам ничего не снимал. Я должен ему отдать, это же, блядь, что за хуйня? Да, ну давайте так и оставим, нет еще, мне похуй. Его видео, блядь. Хочет видео с негром, ну охуеть. Формальное приветствие, ну здравствуйте. Блядь, сержант, нахуй. Давай в армию, блядь, поступай уже, иди в армию. Б,
Блять, убийственный взгляд. На смешную критику. Что, блядь, все зажали там, не знаю, что ты там шутишь, конечно. Но мне похуй, ты снимаешь не на свой канал, я понял. Или, блядь, я не знаю, что он снимает, блядь. Мягкий, блядь, не то беру. Не могу нормально, блядь, взять. Во. Все. Охуенное видео, интерес 70. Нормально. А, мама, мама, блядь, нет, сука, пиздит меня. Ну ладно, блядь. Ну, короче, вроде неплохо, уже 500 подписчиков, продолжим в следующей серии, посмотрим, как зайдет этот ролик. Так что, все зависит от вас, ребята. Спасибо за просмотр, блядь, с вами был, как всегда, некий долбоеб, нищий бомж. Всем спасибо за просмотр, всем пока, блядь, негр тоже прощается с вами. Блять, а как направо... А, о, смотри, блять. Ну я не могу, короче. Сейчас. О. Тоже прощается с вами, блять. Он может рукой там блядь, поднять или чё. Всем пока, до скорых встреч. Увидимся позже. Всем пока. Ты чё, дурак, что ли?